Делаем распаковку из чижика. Мама пришла. Да, погуляли с Басенькой. А я тут сумки распаковываю. Столичный хлеб, очень вкусный, очень мне нравится. Вот такой крекер. Он не очень сладкий. Хоть сырочек положить, хоть колбаску. Уход за лицом, ватные диски. Мороженое черника. Пломбир черника. Прям очень сильно захотелось. Обожаю итальянские, французские. Какие там они? Итальянские и... Блин, забыла, какие травы. В общем, обожаю. Купила творог. Выходные. Поэтому надо делать сырники. Вот мясной продукт. Здесь у нас холодец. Прям подсильный этот холодец. Вкусный, говяжий. Не соленый сильно. Мне нравится и не жирный. Купила фарш. Никогда не покупаю в магазине. Хочу попробовать, что же за фарш в чижике. Вернер. Ну и, конечно же, павловская курочка. Всем полюбившаяся. Взяла ножки. Будем жарить с лучком, с морковкой, с чесночком. Васенька, Вася, ножки будем жарить? Что случилось? Что случилось, маленький? Все хорошо? Сейчас угощу чем-нибудь.